Да, это опять-таки можно все перемешать и будет. А давайте попробуем. А я пока тут. Что за клей? Термоклей. Вот, ну, это специальный. Он для запекания. Для соединения деталей с полимерной глины. А обычным суперклеем можно? Если у нас уже две запеченные детали и дома есть суперклей, у ребенка остался. Можно склеить? Почему у ребенка суперклей? Использовать вы можете его. Она склеит. Но не в полимерной глине. Нет, в какой-то степени он соединяет. Только что-то можно, да, соединить. Просто, ну, смотря что. Его опять-таки брошь вы, не приклеите им. Отвалится? Да. Следующим давайте что сделаем? Сначала... А я вот уже вот делаю, это сделаю, мне кажется, вот эту модель. Да, вот эту. Я уже тут, ну, из обрезков. Да, да. Остатки, обрезки, да. Хорошая возможность просто получить тот цвет, да, который вам нужен, те, ну, блестки. Я просто мешаю. А текстуры? У нас же есть текстурные листы. А я сейчас, да, какой-нибудь выберу, возьмем текстурку. Или печать, да, ну, или штампик. Текстура есть. Текстуру, я, отлично, наверное, вот, даже... я просто посмотрел на текстуру. Мы сейчас возьмем силиконовый текстурный лист. Наверное, и... выберу что-нибудь. Вот, а я пока, значит... С этими шариками, да, да, покажу? Да. То есть шарики тоже покрыты лаком. Подойдет ли клеевой пистолет с горячим клеем? Абсолютно нет. Почему? Он больше подходит для поверхности как раз пористых и впитывающих. А тут соединения не будет. А для изделия с крафт-коробкой подойдет, если соединить термоклеем, ну, этим термопистолетом? Ну, лучше контактным клеем, типа момент кристалл очень такой. Ну, если это временно, все-таки коробка, да, это декоративная такая штучка. Ну да, тут не можно, на века. Да, если ненадолго, можно и скотч двухсторонний посадить. То, что все-таки... Хочу попробовать две, потому что, мне кажется, у меня столько глины, что мне получится... Текстура. Да, а это вот кружавчик такие получится. Ну, с таким удобным... с краской работать. Не сомневаюсь, но хотя сейчас... Вот что мы сейчас попробуем. Да. Ага, я просто принесла то, что мне понравилось, но можно выбрать что-то другое. Сейчас мы изумрудную немножко я разомну посильнее. Значит, когда нам нужен не контраст, да, как здесь мы поступали, у нас было все-таки на белом фоне, да, такие вот мы взяли яркие цвета. Когда мы прям на зеленый цвет наносим, чтобы более глухой был, если немножечко что-то осыпется, у нас не будет этого даже видно. Вот. Второй вариант нанесения, тут мы просто пальчиком, да, наносили, а тут мы с вами все это просто возьмем прямо и закатаем. Я просто пробую, мне интересно. Даже так можно. Ну, вообще, а так можно было? Сначала раскатывают, да. И тут еще тоже важен момент. А я просто хочу посмотреть, как выглядит текстура та или та. То есть, что выбрать. Ого-го. Вот это да. Вот все. Красота. Все, да. То есть, тут тоже, да, вот все можно вырезать. Или сердечко. Очень фактурно. Супер, мне уже нравится. Так, все, вот мы, кружочки. Знаете, даже покажи брошку сюда. Такую можно. Сюда покажи. Ее можно как самостоятельную брошку использовать. Так. Сейчас попробую вот это еще. Тут просто мы прямо по... Мы взяли вот такой текстурный лист. Что-то, да, мы как-то их упустили. Вот. И просто мы прямо прокатываем. Сначала не надавливая никак. А потом потихонечку уже давим, да, чтобы опять у нас... О, прям вообще... Это же волшебство. Весь секрет в блестках. Да. И в умелых руках. Главное, в каких блестках? В мелких. Да. Все, и прокатываем, чтобы они уже прилипли хорошенько. Знаете, как... Вот разница в чем, да? Как было и как стало. Гладенькие. Получается. Нет, ну, ну да, вот они снаружи, вот они прикатываются. Ну когда... вы переверните это левый. Ну да. Это да. Это изначально он был без блесток. Он без блесток, а это просто... вот уже. Какими красками можно красить глину? Акриловыми.
на выходе уже, да, готовые. То есть на сырую глину любые сухие пигменты ложатся, вот так вот, как мы с вами рассматриваем. А на запеченную уже лучше акрилом пользоваться. Я тут разные текстуры делаю. Из разных текстурных листов. Ну вот, отличные шарики. Причем идеально ровные. Значит, и берем на зубочистку, и мы же делаем там серьги, что-то, бусинки. И прокалываем опять, да, просверливая, вот так вот, прокручиваем. Вот. Угу. И чуть-чуть стоит. Назад вернемся, да. Все. А назад вернулись, чтобы то, что вылезло из... Да, чтобы аккуратно просто было. Значит, можно запекать вот так вот бусинки. То есть взять как бы это воткнуть? Комочек из фольги и вот так втыкать. Угу. Да, чтобы они на весу, чтобы ничего не мялось, потому что совсем круглые. Чтобы... Когда она лежит, у нее может точечка одна. Ну да, замяться. Ага, маленькая, но тем не менее, если принципиально, значит вот так на весу. Но зубочистки ничего не будет, да, 130 градусов? Абсолютно ничего не будет, единственное, что надо снять теплым. Угу, иначе прилипнет, да? Деревяшка, да, прилипает. Просто так это учтите. У нас вот уже готовые есть. Смотрите, собственно, это одно и то же. Видите разницу под лаком, насколько ярче становится? Да, ярче. И немножко зеленее даже. Это отражение. Может быть. Вот. И покажу тогда быстренько, как это собирается. Элементарная фурнитура там. А вообще, для чего фольга еще может быть использована? О, фольга. Это наше все, да? Это еще один лайфхак. Фольгу используют для это того, текстура. Чтобы объем придать форме, не тратить целую... Так, значит, штифтик у нас сначала... Упаковку глины. Плоской шляпкой. Мы его втыкаем. Угу. Просто необходимые для каждой женщины инструменты. Круглогубцы и кусачки. А можно печь сразу с фурнитурой? Можно. Если у нее нет какого-нибудь там покрытия, непонятно. Вот, можно. Ну, просто смысла нет, на самом деле. Так, откусываем. Да, даже не отлетело ни в кого. И круглогубцами в обратную сторону закручиваем петелечку. Сейчас чуть-чуть ее сразу отгибаем. Ставим швензу и закрываем. Все, у нас ёршика готова. Опа, раз. И вторую поступаем так же, да? В зависимости, да, от того места, которое мы крутим, у нас получается диаметр разный. Все. Значит, с этим разобрались. О. Так, еще у нас одна готовая.